Там пришел вот какой-то начальник, слушай, Эш, я не пойду, я не пойду, я боюсь их. Ну, они неприятные люди. Пойдем, да, подойдем, спросим, они могут кто не любить такой, Путина, я их боюсь. Да, да, могут не любить. Пойдем, да, ради интереса, да, подойдем. Здрасте, а вы из полиции? Я нет. Нет? Я турист. Турист? Ну, да. Вы просто какие-то распоряжения вот сотрудники полиции, даете, да. А вот мне просто интересно. А с каких пор у нас сотрудники, туристы раздают распоряжение сотрудникам полиции? А вы считаете, что я раздаю распоряжение? Ну, ну конечно, да, к вам подошли, вот они же постоянно ходят, снимают, вот, потом вдруг подошли к вам и начали с вами а как-то... Что, я не могу общаться с людьми? Не, ну просто мне интересно, как мы подошли узнать просто, чем вы тут как бы вот занимаетесь. Потому что, ребята... А вы ко всем людям подходите? Да, нет, только тем, которые вот, которые только... занимается чем-то? Только, да, кей, да, только, да, вот, а сотрудникам полиции. А это запрещено законом, если на это скажите каким. Еще раз, у нас разрешено все, что не запрещено. Логично. Да. Каким ФЗ это запрещено? Вы не мешайте нам общаться. Вот видите, мы общаемся с такими людьми, правильно? Ну, нет, пару вопросов мы думали, задать. Не культурно, во-первых, прокомментируете, правильно? Прокомментируете. Да, ну, может, да нет, просто если вы сотрудник вопрос полиции, вы должны нам представиться. Я турист. Турист? Да. Вы правоохранительным органам никакого отношения не имеете? Тогда я хочу спросить. Конечно. Я же слышал, что вы даете указания. И какие же указания? Да? Как турист, вы даете указания сотрудникам полиции, указания? Что куда-то давайте сейчас они пойдут. Сотрудники полиции подчиняются туристам. Ну, это нормально. Вот ты такой, чтобы учить меня жизни. Как проще наебать, как больше спиздить. За совет спасибо, а учить постой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы лезть ко мне в душу? Грузить хуйней, лить говно в уши. Его и так хватает, оно течет рекой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы применять силу? Пихать в спину, гнать как скотину? Я далеко не бык, а ты не ковбой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы призывать к ответу? Покаяться, пока не отключили свет. Если отвечу, то уж точно не перед тобой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы оголять клыки? Скалить зубы, вешать ярлыки? Наверное, легко быть смелым, когда далеко. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы затыкать рот? Я не марионетка, ты не кукловод. И пока есть кислород, я буду собой. А кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы отрубать мачты, ломать мечту, лезть в мою судьбу? Кто ты такой, чтобы прерывать матч, когда у меня мяч и когда веду? Кто ты такой, чтобы говорить как надо, где ложь, где правда, играть в судью? Кто ты такой, чтобы раздавать награды, сидя в засаде тем, кто сейчас в бою? Кто ты такой, чтобы нагонять страх, махать руками и трясти башкой? А не пошел бы ты, милый человек, нахуй, да и вообще! Кто ты такой?